Успех игры Pokemon Go сложно не заметить. Миллионы игроков со всего мира сутками напролет отлавливают японских зверюшек. Что делает приложение таким популярным? Почему погоня за покемонами напоминает массовую истерию? Действительно ли это реальная угроза или мода, которая быстро пройдет? Здравствуйте, вы смотрите ток-шоу «Твердый знак», и я его ведущая Виктория Новикова. И сегодня в нашей студии присутствуют те, кто так или иначе связан с виртуальным миром, и эксперты, которые помогут нам разобраться с нашими насущными вопросами. Так в чем же секрет популярности игры Pokemon Go? Например, Ильгиз, может быть, вы нам ответите? Я думаю, то, что Pokemon Go стал таким популярным, потому что он был одним из первых в своем жанре, именно в жанре дополненной реальности. То есть был конкурент, но он игра, то есть от тех же разработчиков. Я думаю, то, что игра стала популярна, потому что именно дополненная реальность заставила людей выйти на улицы, заставила общаться с другими людьми и всех их обобщила желание собрать их всех, как в старом мультсериале несколько лет назад, как в нашем детстве. Ильгиз, вообще, вы начали когда играть в эту игру и почему именно в нее начали играть? Pokemon Go начал играть с самого первого дня, прям, ну, когда она вышла. Начал играть из-за своей любви к покемонам, как из-за старой, так и современной, в принципе. А вот про то, вы сказали, что Pokemon Go начала развиваться за другими играми. Вот, например, Ingress. Это что за игра? Можете нам рассказать? Ну, вообще, да, действительно, это так. Pokemon Go — это, как сказал Ильгиз, не первая игра, в которой присутствует дополненная реальность как таковая. Известно, что Niantic Labs — это разработчики игры Pokemon Go. До Pokemon Go разработали игру, которая называется Ingress или Ingress, как правильно. То есть, ну, вообще, правильный Ingress, на самом деле. Вот, и когда они разрабатывали Ingress, они, естественно, не думали о том, что, возможно, потом в будущем появится. То есть возможность выкупить, там, не выкупить даже, а состыковаться, скажем так, с Nintendo, с компанией, которая владеет правами на покемонов, и непосредственно дальше уже выпустить огромный такой хитовый проект на весь мир. Вообще, Ingress появился в мире в 2012 году. В него играло изначально не очень много людей, но с самого первого дня существование этой игры присутствовала дополненная реальность. Таким образом, компания Niantic, они, наверное, я думаю, все-таки отлаживали вот эти механизмы, то есть игры, то есть непосредственно того, как люди ходят, играют, то есть там допиливались какие-то моменты, то есть там исключались возможности читерства и так далее, ну, долгим путем. А потом уже компания Niantic, видимо, подписал контракт с компанией Nintendo, правообладателями покемонов, и получился такой хит, потому что, с одной стороны, игры с дополненной реальностью интересны, с другой стороны, Ingress — это непонятно что, и многие открывают в первый раз игру и думают, что такое там черное поле, там какая-то карта гугловская доработанная, слишком какие-то зеленые и синие точечки, да, непонятно, что делать. А Pokemon Go, по сути, это такая мультяшная реальность, получается, и все уже привыкли к покемошкам, все знают, что такое дополненная реальность, уже всем все объяснили, и остается только поставить телефон, и, о, ничего себе, покемон, еще покемон, кидай в него шариком, и вроде как все просто. То есть для вас Pokemon Go это слишком просто, поэтому... Это, во-первых, просто, во-вторых, это, ну, то есть вообще изначально Pokemon Go, успех, на мой взгляд, Pokemon Go, это за счет того, что франшиза, ну, очень известная, раскрученная франшиза на весь мир, то есть им не нужно было дополнительно рекламировать, то есть просто покемошки, и все отлично. Вот, а вообще, да, Pokemon Go, она гораздо более простая, на мой взгляд, с точки зрения игрового интерфейса по сравнению с Ingress, потому что в Ingress больше функций, которые как-то, ну, заставляют тебя думать. В покемонах ты идешь, видишь покемона, поймал, видишь там арену, зашел в нее, подрался с другим покемоном. Это все привычно, уже этот формат был, ну, на компьютерах, то есть, ну, на мой взгляд, неинтересно. Как сказал Петр Левинский на радио «Серебряный дождь», Pokemon Go — это Ingress для недалеких. Ну, надеюсь, мы не обидели тех, кто любит Pokemon Go. Да, я не хотел никого обидеть, это просто цитата. Хорошо, я знаю, есть те, кто не так давно вообще для себя открыл эту игру, и хотелось бы услышать ваше впечатление, потому что для некоторых это уже такая немножко прошедшая волна, да, а некоторые только сейчас в это окунулись. Например, ты, Альберт, расскажи о своем опыте. Да, здравствуйте. Я вообще познакомился с покемонами не так давно, буквально месяц назад. Вот, и для меня это было нечто новое, так как я еще молодой, у меня скоро школа. Вот, покемоны для меня стали чем-то новым в моем мире. Вот, покемоны — это серьезно очень увлекательная игра, которая помогает тебе выйти из дома и поднять свою пятую точку с места, вот. Чтобы не сидеть на одном месте, грубо говоря, а знакомиться с новыми людьми.
встречать новых людей, гулять в основном. Вот буквально сегодня, вот полчаса назад, мы ходили по Баумана, и я также с успехом их ловил. Очень интересно, по крайней мере для меня. Вообще, на каком ты уровне сейчас? Там же есть левел, да? Ну да, уровень 14 пока не так. Но для месяца, мне кажется, это нормально. Как? Я месяц играю, и вот 14 уровень для меня, кажется, это ну, нормально, по крайней мере. Сколько небольшой времени в день ты играешь? Ну так, мало. Я в основном выхожу, прогуливаюсь на велосипеде буквально, вот катаюсь по паркам разным. И гуляю в основном, и играю тоже. Не боишься попасть в какие-то происшествия? Нет. Во время того, как играешь? Нет, я очень внимателен к этому. Хоть меня и предупреждали в основном, но аккуратен будь, я соблюдаю. Вообще, ты любишь вот самих покемонов? Ты застал, нет, наверное, это время, когда нет, были эти сериалы? С покемонами я познакомился вот только вот недавно. Так, мультик я не смотрел, и сейчас более изучаю их, вот. Чтобы быть в тренде. На днях мы поинтересовались у жителей нашего города, что они вообще думают о покемонах, считают ли они эту игру какой-то угрозой для общества. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Много травм получали из-за этих игр. То есть, когда ходят, они не видят, куда идут, и многих машин сбивают, в больницы попадают. Ну, пробовали скачивать, играли, не очень понравилось, удалили. Я нейтрально, как бы, и не за, и не против. Нет, не играю, потому что меня обходят стороной все эти не стереотипы, а вот эти мейнстримы, я не очень их люблю. Я думаю, эта волна, как она наступила резко, так же она и пройдет. Хотела бы попробовать, что это такое, а там посмотрим, понравится, не понравится. На самом деле, больше положительно, потому что у людей есть возможность выбраться куда-то, занять себя чем-то интересным, нежели просто просиживать за компьютером и проводить там время. Люди немножко начинают сходить с ума по этой игре. Нет. Мы играем, просто пробовали. Они забавные. Ну, я равнодушна, но ну, играют да. И играют. Почему, надеюсь, собираются толпами большими где-нибудь? Ну, в Москве, по крайней мере, я точно знаю, что периодически там на Кузнецком мосту человек по 40 сидят и ждут, пока появятся покемоны. Потом дружно кто-нибудь один может прокричать, что покемон, и все дружно за ним бегут. Это весело. Ходят люди, ходят по городу, с телефона вот так вот смотрят, где есть покемоны, и они что-то там их, короче, как-то ловят. Мы не знаем, мы не играли сами. Играть во все, что угодно можно играть, но в меру. Ну что ж, мы услышали мнение наших жителей. Вы согласны с тем, что вы услышали? На мой взгляд, мнение весьма нерепрезентативно. Вы опросили, ну, там, на скромный подсчет человек 6-8. И люди одного примерно возраста. То есть было бы интересно услышать мнение, скорее, там, людей пенсионного, предпенсионного возраста, которые там могут сказать... Услышать мнение людей, которые не играют и никогда не будут играть в эту игру. Да, именно так. То есть те, которые слышали только благодаря средствам массовой информации, своим родственникам, каким-то друзьям, может быть. Например, когда я ехал в автобусе недавно, села бабушка, которая кричала про то, что вот, молодежь играет в покемонов, ходит, их ловят, короче, и все это вообще происки там неведомых зверюшек, и все плохо, и вот. То есть, а вообще, ну, я не согласен отчасти. Почему? Потому что люди говорят, что эта игра заставляет выйти из дома. Ничто не может заставить тебя выйти из дома, кроме твоей собственной мотивации. А игра — это просто, ну, приятное дополнение к прогулке на самом-то деле. Вот. Все-таки приятное дополнение к прогулке или все-таки оно затмевает, так скажем? Это приятное дополнение, на мой взгляд, Pokemon Go точно. То есть если судить об Ингрессе, то ты идешь, например, в парк, ну, например, возьмем Парк Победы. Там большое скопление порталов. Кстати, покестопы, которые присутствуют в игре Pokemon Go, ну, это такие штучки, в которые ты подходишь, там, достопримечательности, то есть вся эта база данных взята из Ingress как раз-таки, то есть, ну... Ну, взаимосвязанные. Да, о том, что откуда вышло. И получается, что ты идешь, например, в Парк Победы, и там создаешь, то есть, связи между порталами и все такое, то есть ты гуляешь, ты возможно, идешь туда целенаправленно по игре, но при этом ты все равно решаешься пойти. И если бы Ингресса не было, я также пошел бы в этот парк, но просто гулял бы, общался с друзьями и смотрел бы на красоту, которая там сейчас после реконструкции. А так мы с друзьями ходим, общаемся, смотрим на то, что там после реконструкции, но при этом еще и присутствуем в дополненной реальности. Это хорошо. Хорошо. В СМИ все равно пестрят так или иначе, что эта игра опасна. Для жизни так или иначе, что люди попадают в аварии. Вы согласны с тем, что эта игра несет... Да, и поэтому... Не антиклапс, то есть разработчики, они очень правильно запилили добавили несколько предупреждений в игру о том, что
нельзя, ну, никогда не играть во время вождения автомобиля в Pokemon Go. Если ты, допустим, едешь в автобусе или едешь за рулем автомобиля, и при этом играешь и разгоняешься свыше 60 км в час, игра тебе пишет, там, вы движетесь слишком быстро. И внизу такая есть кнопочка «Я пассажир». То есть, если ты нажимаешь «Нет», то, получается, они снимают с себя ответственность за то, что ты играешь в эту игру за рулем. Ну, то есть, а если ты играешь за рулем, попал, то сам виноват. Ты же нажал на кнопку «Я пассажир». Вот, то есть как бы, как так или иначе, разработчики стараются, ну, заботиться о безопасности игроков. Плюс, если говорить о безопасности, то эта игра, она породила, скажем так, огромное поле, поле возможностей для предпринимателей. Например, благодаря этой игре Сбербанк, ну, сделал очень масштабную акцию, в ходе которой очень много людей узнало о том, что они, например, страхуют частные лица. То есть раньше мало кто знал, насколько я знаю из моих знакомых, про страхование от Сбербанка, однако теперь, когда они запустили акцию покемонщикам на 10, на 50, по-моему, тысяч рублей бесплатная страховка в том случае, если ты ловишь покемона. То есть если ты ловил покемона, упал, сломал руку, предоставил пруфы, ну, то есть доказательства, то есть там сфотографировался, указал место, указал, то есть какого покемона ты ловишь, то они тебе по страховке выплачивают абсолютно бесплатно. То есть, с одной стороны, казалось бы, это просто за счет, ну, просто мода, а с другой стороны, огромное количество людей, в принципе, узнали о том, что в Сбербанке можно страховаться. То есть, так что я не считаю, что это, ну, то есть, как бы любая игра может быть опасной, любая абсолютно, но если ты включаешь голову условно и не смотришь только в экран, например, или идешь по улице, там не выходишь на дорогу, или выходишь, ну, аккуратно, то все будет нормально. Угу. Игорь, вот вопрос к вам. Как вы вообще относитесь? Есть ли все-таки опасность в этой игре? Сами ли играли? Расскажите о своем опыте. Я думаю, единственная опасность для человека — это другой человек. И поэтому, когда кто-то говорит, что какая-то игра опасна для человека, то есть если у человека нет головы абсолютно, то он может и прыгнуть с моста, не попасть под машину, за машиной, то есть сколько водителей сидят, они не сколько играют в покемонов, сколько там выкладывают фотки в Инстаграме, печатают смс-ки, разговаривают, то есть на это Pokemon Go сама, она никак не влияет на самого человека. То есть поэтому говорить то, что сама игра, она опасна, нет, она не опасна. Сколько я знаю, что вы играли, но уже у вас это прошла волна. Да, мы вместе с Ильгизом, значит, то есть он мне написал ВКонтакте, там, вот, вышла игра, вот, держи, там, пароль-код от австралийского App Store, меня, соответственно, скачал, мы сразу пошли ловить, то есть, грубо говоря, были одними из первых, кто это сделал, вот, и я бы сказал то, что я так долго с Ильгизом никогда не гулял, как мы с ним гуляли вместе за игрой Pokemon Go. То есть это было весело, была какая-то мотивация, то есть ты не просто идешь, а ты что-то еще помимо этого там яйца высиживаешь. Там есть такая опция, там может быть другой покемон у тебя вылупится. Вот, то есть это, по-моему, вообще замечательная игра, но она настала, ну, стала немножко однообразным, когда ты собираешь большую часть покемонов. То есть, допустим, вот я покинул игру, когда у меня было 87 покемонов, и они уже начали повторяться. То есть потом они еще, ну, были, было много глюков у самой игры. То есть когда, допустим, нельзя было захватывать вышки, а игра часто вылетала, зависала. То есть это тоже отталкивает игроков, чтобы продолжать дальше в нее играть. И также появилось много игроков, которые нечестно играли. Они с компьютера под эмуляцией, то есть просто дома сидели, они могли захватывать точки там, ловить других покемонов, то есть оказаться там в Австралии, Америке, почве, других местах. Вот. Ну, сейчас что-то должно прийти на смену такой игре? Либо разработчики должны как-то дополнить и изменить, и чтобы не потерять аудиторию свою? На самом деле в игре много есть нереализованного. То есть даже если в том же самом ингрессе ты можешь обмениваться вещами, которые ты получил, то здесь ты не можешь ничем обмениваться. То есть у тебя ты как бы, ну, условно говоря, играешь один. То есть тут нет никакой, то есть нету чата, то есть ты не сможешь ни с кем пообщаться. То есть ты просто запускаешь игру и ходишь. То есть ты можешь, допустим, зайти в интернет, найти какое-нибудь сообщество, присоединиться к нему. А вообще ты играешь один. То есть потенциал для роста у Pokemon Go, я считаю, то, что очень большой. То есть там можно добавить тот же самый, основной фишкой игры в покемонов, то есть их ловли на первых приставках, было в том, то, что ты, у тебя есть много друзей, вы ловите разных покемонов, и вы можете ими обмениваться. То есть вот этой вот основной фишки пока нету в самой игре.
И, надеюсь, все скоро добавят, потому что все, абсолютно все ловят разных покемонов. Ну, то есть было бы интересно обменяться разными покемонами. Хорошо. Хочу предоставить слово нашему эксперту Гильфия Гадилина-Валиулина, психолог. Как вы считаете, у такой игры должны быть какие-то ограничения по возрасту? Хотелось бы обратить внимание, слышали ли вы, как говорит молодежь? Как вас зовут? Альберт. Альберт. Если вы внимательно слушаете между строк, то он сказал фразу «мой мир», «мой мир». То есть молодежь уникальна. И если молодежь говорит, что пожилые, взрослые, недалекие, то, конечно, они немного не знают, что благодаря им они сегодня уникальны. А если взрослые люди, не зная ни о чем, претендуют на то, что они занимаются дурью, тогда это можно как-то назвать, но это просто незнание. Так вот, мне очень хочется внести такое понимание, чтобы мы все понимали друг друга, вот такое глобальное понимание. Реальность на сегодня объемная, и люди рождаются уже объемные, они не концентрируются, они деконцентрируются. Это время заставляет молодежь в этом объеме, в этом их мире уметь одновременно делать несколько дел, соображать, манипулировать, играть. Вот это уникальное время, и если вот взрослые поймут это, они будут помогать, а не оценивать, что это они играют какую-то там игрушку. Но молодежь должна понимать, что если они не будут создавать внутри субъект в их мире, там будет просто мир, и они обязательно попадут в беду, или что-то случится, не дай бог, это страдания близких. Но вот этот субъект их внутренний, который является как управляющая структура, которая понимает, надо мне, не надо, хорошо, плохо, проблема, решение, хочу, не хочу. Вот эта внутренняя структура должна создаваться, и им легче будет быстрее осваивать и быть в реальности адекватными теми удивительными, которые они на самом деле являются, и реальности удивительными, потому что они есть удивительные сейчас молодежь. Ну и, наверное, пусть они дадут возможность взрослым как-то немножко их уберегать. То есть они уберегают себя изнутри, создавая эту структуру, и позволяют пусть внешнему миру помогать им. Поэтому я просто удивляюсь, восхищаюсь и готова помочь молодежи. Может быть, вам самой стоит поиграть, может быть, в такие игры? Нет. Давайте так, мне это не интересно, мне это не надо. Я с внуками смотрю мультфильмы и игры, в которые они играют, я восхищаюсь ими, но мне бы не хотелось, чтобы они оценивали меня как недалекой. Мне просто это не нужно. Я другого поколения человек. Но я не представляю, как это у моих внуков, 6-7-летних, не будет интернета, как это у них не будет игр, в которые они играют. Я просто себе не представляю. Поэтому я призываю друг другу как-то быть лояльными. Здорово, восхищаюсь, удивляюсь и люблю. Прекрасно. Но так или иначе, вы считаете, что должны быть какие-то ограничения по возрасту, вот, например, для игры Pokemon Go? То есть когда, ну, все равно это смартфон, во-первых, сейчас у всех очень дорогие смартфоны. Понятно. В руках, да, у школьников могут быть. Понятно. Они также если ходят, это вот... ребенок, а ребенок до подросткового возраста, и если он уже играет в эту игру, то родители должны абсолютно отвечать за его каждый шаг. Они отвечают за него абсолютно. Если это подросток, я говорю родителям, вы ничем не можете ему помочь, в принципе, вот так, остановить, запретить, но как-то уберечь вы стараетесь его. И как я уже сказала, что позволяйте им как-то вас уберегать, они очень переживают за вас. Но если уже после 24 лет человек остается только в игре, и нет ничего нового, объемного, другого, в котором он больше времени проводит как социальная личность, там нужно уже обращаться за помощью. Хорошо, да, было. То есть, получается, подростковый возраст у людей длится до 24 лет, я правильно понял? Примерно да. То есть если после 24 лет человек должен задуматься, почему я до сих пор играю, и у меня нет много других областей, где я состоявшийся, где я уже реализуюсь, где я уже иду к реализации. А если они есть? Если они есть, прекрасно. Я же говорю, что большинство молодежи уникальны. У них много чего есть. Спасибо.
Хочу предоставить слово нашему эксперту. Это Мурат Рустамович Хафизов, ведущий разработчик в лаборатории визуализации и разработки игр в Высшей школе информационных технологий и информационных систем Казанского федерального университета. Мурат Рустамович, вообще расскажите свои отношения, может быть, даже оно будет такое субъективное, по поводу вот таких нашумевших игр с элементами дополненной реальности. Да, во-первых, хотелось бы дополнить немного пару мнений об опасности этой игры, и о том, мне очень понравилась вот эта вот трактовка о том, что человек не должен забывать, должен представлять свой собственный субъект во время этой игры. И вот тут вот как раз-таки кроется то, что разрушает игру Pokemon Go как игру про дополненную реальность. Она немножечко не дополняет, она действительно... Затмевает. Она... Действительно, да, когда мы идем по улице, и если человек очень увлеченно играет в эту игру, то это становится игрой уже в виртуальной реальности. Она не дополняет нашу реальность, она перекрывает ее. То есть, если уже говорить о дополненной реальности, например, есть такое приложение, которое вовсе, наверное, неудобное для телефонов на базе Android. Оно позволяет набирать текст, при этом за клавиатурой мы видим вид с камеры телефона, и мы вроде бы смотрим и куда идем, и что набираем. Это не очень удобно, но вот это до полной реальности мы не теряемся. Если мы закрываем перед собой весь вид, естественно, где же тут реальность? И второе, что вышибает, но это уже, наверное, малое значение имеет в плане Pokemon Go, это то, что люди могут забывать о реальном мире, могут начинать много играть. Слава богу, с Pokemon Go такого не происходит, то есть люди не торчат на улице по 23 часа, не теряются из дома. Ну, по крайней мере, я о таком почти не слышал. То есть действительно люди играют как-то ограниченно по времени. Вот. И я и сам на самом деле играю, но трачу на это совсем мало времени, буквально по пути на работу и обратно. И это интересно, действительно, чем-то разбавить скучный путь домой. Вот. И часто о Pokemon Go говорят как об игре с дополненной реальностью, благодаря ее функции, собственно, дополненной реальности через камеру, когда мы можем включить фоном вид камеры устройства и видеть покемона, словно он стоит перед нами или у кого-то на ладошке. И вот забавная вещь, но этим практически никто не пользуется. Это интересно поначалу, но, как выясняется, это неудобно для ловли покемонов. Эту функцию отключают, и... То, чем изначально пестрило Pokemon Go на заголовках различных новостей, на самом деле оказывается абсолютно неиспользуемой функцией. И это большая беда вообще до полной реальности. В последнее время лично у меня до полной реальности начинает... Термин до полной реальности начинает ассоциироваться со словом «избыточность». Потому что очень часто до полной реальности пытаются применять, чтобы она была, притягивать за уши. Чаще всего она не нужна. Но так же, как в Pokemon Go, она не именно через конкретно о той функции, которая позволяет нам через камеру видеть покемона, это лишняя функция. Очень часто бывает, люди придумывают какие-то игры, высказывают какие-то идеи, приходят какие-то заказы, где люди хотят воспользоваться дополненной реальностью, накладывать что-то через камеру. И чаще всего появляется вопрос, а зачем тебе это? Зачем это нужно? Как это поможет. А неудобно ли будет традиционными какими-то способами? И, как правило, действительно дополненная реальность оказывается где-то в стороне. Ну, даже данные Google Trends показывают, что интерес к дополненной реальности резко упал, и тенденция касается игр с дополненной реальностью в целом, а не только Pokemon Go. То есть, если не тогда не дополненная реальность, то что? Зачем тогда будущее? На самом деле сейчас очень-очень интересное время. Мы на пороге большой революции, когда все чаще и чаще постепенно у людей начинают появляться дома шлемы виртуальной реальности. Появляются эти приложения, которые являются приложениями, связанными с дополненной реальностью по своей сути. Не только какие-то вообще через камеру, а вот то, что делает Pokemon Go. Они поселяют у нас на улицах, перед нашими фонтанами, перед внутри парков, перед памятниками. Они поселяют виртуальных существ. И постепенно наш реальный мир наполняется каким-то виртуальным контентом, это все совмещается, и сейчас происходит рост подобных явлений
появления все большего количества сервисов. И недавно общались с людьми, которые тоже варятся очень сильно в каше, в этой каше с виртуальной реальностью, с дополненной реальностью, являются одними из передовыми разработчиками трехмерного контента. И они видят, что большая революция произойдет в ближайшие 5 лет. Я на самом деле вижу более пессимистическую оценку, то, что на это потребуется лет 15 минимум, когда дополненная реальность действительно сильно войдет в нашу жизнь, когда у каждого, наверное, второго будет на голове по какому-нибудь устройству. То есть Google несколько лет назад пытались продвинуть идею с их очками. Это было маленькое окошко, которое показывало небольшую информацию. Сейчас они работают над более продвинутой штукой HoloLens, и это действительно уже большой шаг вперед. И постепенно сейчас дополненная реальность, виртуальная реальность будет все больше вливаться в нашу жизнь, но большинство людей видят, что в основном останется только дополненная реальность, то есть виртуальная реальность будет занимать очень маленькую нишу, потому что есть потребность, есть применение подобных сервисов. Ну а также российские разработчики представили адаптированную версию игры Pokemon Go с советскими персонажами в дополненной реальности. Да, там Чебурашка, я не знаю, там Баба-Яга, вот ловишь их. Как вы считаете, это станет каким-то таким же популярным? Ну, опять же, возвращаясь к вопросу, почему Pokemon Go стала популярной, не благодаря какому-то инновационному геймплею, не благодаря какому-то маркетингу, который был правильно сформирован. Нет, это покемоны. Как минимум в России, в СНГ покемоны были известны по мультфильмам, был большой бум в середине нулевых, в начале нулевых, все играли в фишки с покемонами, все смотрели мультсериал благодаря Первому каналу, и большая часть остального мира покемонов узнали чуть-чуть раньше по играм для различных приставок Nintendo. Я тоже, на самом деле, успел немножечко поиграть в них. Мне это очень нравилось, и я был, на самом деле... То есть я давний фанат этой вселенной. И это меня и захватило, собственно, в этой игре. Да, действительно, она немножечко скучная. И когда кто-то пытается сделать клон игры покемонов, Pokemon Go, и вставить туда персонажей, которые... известны всем, но они не так раскручены, они не привлекают такие толпы, они не генерируют эти деньги, они не генерируют это внимание. Соответственно, эта игра обречена на провал. Будет ли вообще официальный запуск игры и нужен ли он вообще? Интересный вопрос. Трудно сказать, нужен ли он вообще. Наверное, нужен. Наверное, это создаст какой-то все-таки приток новых пользователей. Это вернет старых пользователей. Если мы говорим о России, это одна из немногих стран, где выхода так и не состоялось до сих пор. Не до конца понятно, почему компания Niantic не совершила до сих пор релиза, но, скорее всего, это произойдет. Может быть, они действительно готовят этот момент для какого-то спада интереса и для создания новой волны, потому что российский игрок, он все же чуть-чуть более чопорный. Он быстрее устает, он меньше платит. Другой вопрос, какой вообще был смысл в таком случае делать закрытый релиз, то есть недоступный для многих стран, если все равно все качают APK-файлы для Android или подменяют учетную запись на iPhone? Это ты знаешь то, что так можно сделать, а другие люди не знают. В группе по покемонам до сих пор люди спрашивают, а как мне скачать файл на Android и где его взять? Поэтому знающие люди знают, как это делать, не знающие не знают. Это называется soft launch, то есть мягкий запуск. Обычно это делают с мобильными играми, их запускают где-нибудь, например, в Австралии, в Канаде, опробуют игру, вроде бы зашла хорошо, вот тут вот небольшие проблемы с маркетингом, вот тут вот небольшие проблемы с внутренними платежами. Хорошо, мы это поправляем и запускаем во всем мире, и вот миллионы долларов генерирует игра. Здесь примерно то же самое, мне кажется, сработало, то есть запустили по-мягкому во всем мире, но как бы только в одной стране, потом еще в одной, и потихонечку начали релизить с развитием их мощностей серверов, с развитием их приложения, с заполнением
количество пользователей. Соответственно, когда, наверное, о релизе глобальном, то есть можно уже сказать, он произошел, их сервера справляются с нагрузками, они оптимизировали все узкие места, и почему Россия до сих пор стоит в стороне, ну, на самом деле, не очень понятно. Может быть, тут еще какая-то есть загвоздка, связанная с нашим правительством? Возможно. На самом деле, там не только в России запрещено. Сейчас у нас знакомые, которые говорят, МГС, они не могли не установить в Норвегии. Ну, первая страна, которая запретила, это Иран, насколько я знаю, где нет доступа к этой игре. Ну, возможно, быть, Россия тоже войдет в это число. Не знаю, что будет с любителями тогда покемонов, как ничего. Они переживут. Абсолютно ничего. Ну, и также будут играть через другие серверы. Хорошо. Действительно ли это реальная угроза? Или это просто мода, которая пройдет? Вот как вы считаете? Николай, может быть, вы ответите. Угу. Я считаю, именно Pokemon Go, если смотреть, то популярность, мне кажется, все равно спадет. Потому что, ну, игровая составляющая игры, как бы, вот, ну, она однообразная. То есть ты ходишь, ловишь покемонов, и как бы это надоедает. Угу. Но вообще, с дополненной реальностью, я думаю, все-таки будут еще игры выходить. Потому что это все-таки интересно. Спасибо. Влад? А вообще, почему такое сравнение угрозы и мода? То есть игра может быть модной и опасной, и она может быть абсолютно закрытой и безопасной. Ну, то есть, да, она модная, скорее всего, все равно мода пройдет со временем. Но в любом случае пройдет. С другой стороны, все циклично, поэтому, возможно, будут приходить новые игроки. То есть поскольку на Земле не 1 миллиард людей, то есть будут находиться новые. А что касается безопасности, то есть уже было сказано неоднократно, что если ты включаешь голову... Ну и, кстати, стоит отметить, что я, вот, например, играю в Ingress 2 года, и игра в Ingress, ну вообще любая игра, где ты постоянно идешь по улице и смотришь телефон, она все равно как-то развивает боковое зрение, там какие-то инстинкты, поэтому как-то привыкаешь к этому. А вообще, ну как бы стоит включать голову там как-то. Ну так или иначе, вот создатели игры, они же хотели привлечь... молодежь к культурным каким-то памятникам, да, наследию города, чтобы они больше прогуливались, гуляли. Получилось ли у них это действительно отыграть? То есть люди же в основном наверняка не задумываются, к какому памятнику они подошли. Они уткнулись, поймали покемоны, ушли дальше. Либо все-таки, вот, например, те, кто Ильгиз, Игорь, кто играет и играл, вот эта функция, что вы узнали какие-то новые места, и, о, действительно, я здесь никогда не был, приду-ка я сюда еще раз погулять. Это так? Да, на самом деле это так. То есть я сам живу в центре, и, естественно, парки, которые находятся в центре, для меня все знакомы, и ничего нового я сам, ну, для себя там, в принципе, найти не смогу. Но была очень смешная картинка в интернете, ну, когда Pokemon Go появился, мол, там, как я иду на работу, просто прямая линия, и как я иду работы после выхода Pokemon Go, где там все улицы просматривают везде, в общем. Вот, примерно то же самое произошло и со мной, то есть я начал выходить, точнее выезжать уже на велосипеде на работу за несколько часов, и буквально полгорода обкатывал на велосипеде в поиске покемонов, при этом... Естественно, я заезжал и в другие соседние районы, и на основе покестопов находил, ну, то есть реально были интересные места, на которые я никогда не обращал внимания, было интересно. Не знаю, как насчет Pokemon Go, в Ingress, допустим, ну, почти обязательно составляющую, допустим, в Казани, это съездить в другой город. Pokemon Go — это просто бессмысленно, а в Ingress, ну, игра составляющая — это захват ман-юнитов, который происходит построением полей. И как бы это у нас зачастую, это каждую неделю мы выезжаем в город и выезжаем, и как бы в другие города мы запоминаем какие-то места. То есть... Это классно. Дарья Гатильевна, у вас есть слово? Во всем есть плюсы и минусы. То есть, например, если взять жвачку, рассмотреть его плюс, то улучшается пищеварение, то есть очищается ротовая полость. Вроде бы хорошо, но если постоянно это делать, то есть огромный минус. Уменьшается тревога, и человек начинает зажевывать свою тревогу. Это очень опасно. Тревога нам дана для того, чтобы мы были внимательны. А когда мы зажевываем, постоянно жуем, первое, это некрасиво, неприятно разговаривать с человеком, особенно с женщиной, поделюсь своим впечатлением. Но и второе, и главное, это зажевывание тревоги. Поэтому также и в игре. Все есть плюс и все есть минус.
Не нужно рассматривать все, что приходит новое, сразу с минус-знаком. А нужно понять, как диагностику, почему же я застрял здесь, что происходит, помогите мне, или чем я могу помочь моим близким, если это происходит, если это мешает жить. Просто помочь, а может даже и полечиться, потому что где-то там могут быть проблемы серьезные. И лучше их раньше, в подростковом возрасте, обнаружить и пролечить, нежели потом потерять социализацию жизни. Спасибо. Ну, к Pokemon Go можно относиться по-разному. Кто-то нашел для себя еще одну возможность прогуляться по городу, а кто-то уже не может слышать об этих покемонах. Но так или иначе, можно назвать эту игру одним из самых главных нашумевших явлений 2016 года. И просто хочется сказать, будьте аккуратнее играть, играя в игрушки, не забывайте, возможно, это реальная жизнь. Спасибо большое, что вы пришли к нам на программу. Вы смотрели ток-шоу «Твердый знак». Увидимся с вами на следующей неделе.